Книга «Открытым оком», восьмой том, вопрос 2193, тема «Жития». Даже представить и то тяжко, как при аресте приходилось прощаться с родными, и это навсегда. Как проходили эти прощания по житиям? Как можно приготовиться к нелегкой разлуке? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Бог укреплял и юных, потому что они любили Создателя своего более и превыше всего, что знали. 1 Коринфянам 10:13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх силы, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Не следует уже сегодня привязываться к тленному, и хотя слабое, но должно быть воображение, что вдруг все будет отнято, и что тогда? Евреям 10:34. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Заранее не обдумаешь ничего, но упование дает мудрости и на ответ, и на переживание. Марка 13:11. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Не мы же первые пройдем этим путем. История оставила нам описание страшных времен. И тогда находились верные сыны Божии. Это нам в образец. 3 Ездры 16:78-83. Будут, как исступленные, без пощады расхищать и опустошать все у боящихся Господа. Опустошат и расхитят имущество их, и из домов их изгонят их. Премудрости Соломона 14:25. Всеми же безразличия обладают кровь и убийство, хищение и коварство, растление, вероломство, мятеж, клятва преступления, расхищение имуществ. Евреи чудом уцелели в кровавых бойнях против них. 1 Маковейская 1:61. Младенцев вешали за шеи их, домы их расхищали, и совершавших над ними обрезание убивали. Тимофей и Мавра, память 3 мая. Когда святые шли на распятие, их встретила мать Мавры и, обняв дочь свою, сказала ей: «Дочь моя Мавра, зачем ты оставляешь мать свою, ищущую тебя? Кто же будет носить украшения твои? Серебро, золото и драгоценные одежды твои кому достанутся, если ты, дочь моя, не останешься в живых?» Святая же Мавра так ответствовала своей матери: «Золото и серебро погибнут, а одежды поест моль. Красота юного лица также со временем исчезнет. Венец же, который дарует мне Иисус Христос, будет неувидаемым вовеки». И не могла мать возразить что-либо святой Мавре. Мученица же, вырвавшись из рук матери, пошла к месту распятия, сказав матери: «Для чего ты меня отвлекаешь от креста и не даешь мне насладиться венцом от Господа моего, которому я хочу уподобиться в смерти своей?»